Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море – Одесса! Фашисты были выбиты из Одессы в апреле 44-го года. И если румыны осаждали город более 70 дней и в конце концов захватили его только потому, что советские войска сами оттуда ушли, то освобождение Одессы произошло быстро и с относительно небольшими потерями с нашей стороны. Одесситы по случаю освобождения родного города тут же устроили праздник. Столы с закуской вынесли прямо на улице. И каждый хозяин норовил зазвать к себе на нехитрое угощение кого-нибудь из солдат-освободителей или из партизан.